Каждый из нас мечтает о выходных и об отдыхе. И солдаты в армии не являются исключением. В армии, я вам признаюсь, нет разнообразия отдыха. И именно поэтому каждая свободная минута, проведенная с удовольствием, считается большой редкостью. Всем привет, меня зовут Сергей Лактин, и в этом выпуске я расскажу вам свой личный рейтинг лучших армейских песен под гитару. Что касается видов отдыха, то в армии их немного. Сюда можно отнести спортивно-массовые мероприятия. Футбол, волейбол, настольный теннис и тому подобное. Просмотр телевизора. Как правило, мы смотрели один фильм на USB-накопителе, ну и комната досуга. В ней у нас находились подшивки газет и журналов, в основном на военную тематику, книги различных жанров и чайный уголок. Но уголок этот был строго показной, то есть для проверки. В этом уголке у нас находился термопод, пачка чая, сахар, шоколад и лимон. Все это было для проверяющего, мол, что солдаты здесь могут собраться и попить чай. На самом деле туда никого старшины не подпускали и на пушечный выстрел. Я вам скажу даже больше, наряду приходилось покупать тот или иной элемент уголка в связи с его порчей, либо пропажей. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем именно к самому списку армейских песен под гитару. В первой моей части в КД на весь батальон у нас была одна гитара, во второй моей части у нас уже была отдельная своя гитара. Под нами, я понимаю, роту. Мы собирались с небольшой группой солдат где-нибудь в уголке, потому что КД не всегда была открыта, и наигрывали любимые песни. Каждый пытался уговорить гитариста сыграть его песню. Гитарист, кстати, у нас был один. Потому он чувствовал свою значимость, и ему было очень приятно внимание со стороны сослуживцев. В свой личный рейтинг армейских песен под гитару я занес 5 песен. Первая песня — это «Две вертушки на моздок». Вторая песня — «Не святая война». Третья песня — «Салаги, встаньте». Четвертое место занимает песня под названием «Рота, подъем». И пятое место — «Я еду на родной вокзал». Я привел именно эти 5 песен, потому что они наиболее близки мне по духу и по душе. Да и вообще в армии отдых — большая редкость. Поэтому что звучит на гитаре, не настолько важно, насколько важен сам момент отдыха. Но все же очень приятно услышать в стенах казармы свою любимую песню. И что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой. И что тебе покоя не дает? Седой парнишка постоял и взгляд в свою сторону. Кто служил, тот меня поймет. Служба в армии — очень интересное занятие. Многие могут этого не понимать, но на самом деле это так. Армия учит ценить свободу своих родителей, помогать разобраться по жизни, выявлять тех, кто является другом, а кто просто так, поросячий хвостик. За время своей службы я приобрел немного друзей в разных городах. А я вам скажу, что друзей многое не бывает. Да, мы не часто общаемся и тем более не часто видимся, но я знаю, что эти люди выручат меня в трудную минуту, потому что мы хлебали с одного котелка, переносили тяготы и лишения бок о бок, выручали друг друга по возможности. И мы прекрасно понимаем, что такое настоящая мужская дружба. Не шкурные интересы, а именно дружба. Друзья, я понимаю, что приведенный мною список далеко не полный, потому предлагаю вам написать свои любимые армейские песни в комментарии. Будет интересно почитать и узнать ваши музыкальные предпочтения.